Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Дорогие друзья, продолжая рубрику «Редкие и дорогие монеты СССР», в сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим редкую разновидность 5 копеек 1979 года, цена которого может достигнуть 25 тысяч рублей или же 13 тысяч гривен. Среди монет номиналом 5 копеек, отчеканенных в 1979 году, нумизматы обнаружили весьма редкий вариант исполнения коллекционной стоимостью около 25 тысяч рублей. Для того, чтобы найти такой пятак, вам нужно обратить внимание на некоторые детали в исполнении аверса. Дело в том, что в 1979 году штемпели лицевой стороны, выполненные в стилистике прошлых лет, которые до этого неизменно применялись на протяжении 17 лет, с 1961 по 1978 год, практически полностью были выведены из производства. С их использованием было отчеканено очень небольшое количество 5-копеечных монет. А основной тираж был изготовлен с применением нового варианта штемпеля. Отличие в изображении аверса у старых и новых штемпелей можно обнаружить во многих местах. Но заметнее всего оно выражено в исполнении звезды. У распространенной разновидности монеты звезда в гербе крупная, с широкими лучами. Тогда как у редкого варианта 5 копеек 1979 года, эта звезда заметно мельче, а лучи у нее гораздо более рельефны. Друзья, таких монет с малой звездой нумизматами было найдено очень мало. И поэтому коллекционная стоимость может достигать весьма большой суммы. На одном из интернет-ресурсов был зафиксирован проход данного пятачка за 13 тысяч гривен. Поэтому, друзья, никогда не теряйте надежды. Проверяйте старые копилки, пересматривайте года. Возможно, удача улыбнется вам. Друзья, если вам была полезна эта информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.